Здравствуйте, меня зовут Наталья Антоненко. Я руководитель группы по работе с жалобами клиентов. Моя команда работает с жалобами, которые поступают по различным каналам. Голосовые каналы, чат, соцсети, из магазинов. Также поддерживаем и внутреннего клиента. Мы работаем со всеми сегментами, это частные лица, корпоративный сегмент, жалобами любой сложности финансового и нефинансового характера. А сегодня хочу поделиться с вами 5 причинами моей гордости. Горжусь результатами работы моей команды. Всего 2 года назад, в 2017-м, перед нами поставлена была цель 85% должны быть жалоб обработаны за один день. Цифра нам казалась фантастической. Ведь совсем недавно мы обрабатывали жалобы минимум 4 дня. Результат 2017 года – 89% жалоб обработанных за один день. А на конец 2018-го – это уже 94% жалоб за один день. Могу смело заявить, я создала классную, профессиональную, сильную и амбициозную команду. Горжусь выросшими со мной людьми. Моя группа уже традиционно стала поставщиком кадров в другие подразделения компании. И только за 2018-2019 год у меня уже 7 переходов внутри компании. Это и маркетинг, и IT-дирекция, и техническая дирекция, и руководящие позиции в контакт-центре. Я требовательна к себе и своих ребят, вдохновляю не останавливаться на достигнутом. Верю, что у каждого руководителя такие подчиненные, каких он заслуживает. Горжусь работающими бизнес-процессами моего направления. Мы с ребятами отладили процессы и вышли на высокие показатели скорости и качества работы с жалобами. И при этом процесс оптимизации и улучшения качества у нас постоянный. Наша цель – довольный и лояльный клиент. Поэтому будем и дальше развивать наш творческий подход, внедрять новые методы работы с жалобами, избавляться от ненужных процессов. Ну и, конечно, приятно удивлять клиентов. Горжусь своей командой. Мы часто проводим время и вне работы. Мы легки на подъем и достаточно предложений отдавайте. И вот мы уже на концерте, вот играем в покер на набережной, едем на море, сидим ночью возле костра с песнями. Ведь если ты лидер, то это жизненная позиция, а не только работа. Горжусь благодарностями от клиентов и коллег. Меня вдохновляет, когда недовольный клиент становится лояльным и приверженным компании. А комментарии коллег заряжают и дарят позитив. Просто вырастают крылья и хочется сделать еще больше и лучше, когда видишь смысл своей деятельности. Точно знаю, я на своем месте. И это подтверждается моими результатами. Уверена, добьюсь еще многого. Буду учиться, расти как профессионал, меняться вместе с моей командой. Ну и, конечно, добиваться самых высоких результатов.